Лишь переливы бубенцов, скрип полозьев, да внезапный крик спугнутой птицы тревожит таежную тишину. Седые мохнатые ели, вековые сосны, могучие кедры задумчиво стоят над многоводной лозьвой, и кажется, будто вершинами своими они подпирают небо. Тропа убегает все дальше и дальше на север. Поселок Суеват-Пауль. На севере Урала, в суровом прекрасном краю, живет народ манси, искуснейшие охотники и звероловы. Еще не так давно они ютились в тесных и темных чумах, кочевали со стадами оленей, летом высоко в горы, зимой под защиту лесов. Теперь манси обосновались в тайге, построили себе теплые просторные избы. Здесь новейшие достижения человеческой культуры переплетаются с обычаями далекой старины. Тайги – частые гости в поселке. Продукты сберегают от них в чемьях, устроенных на высоких столбах. Османов не только лучший ученик, но и лучший охотник среди ребят. Часто после уроков отправляется он в лес на охоту. Здесь охотой занимаются все, от мала до велика. Это основной промысел манси. Пояс Василия Анямова украшают 23 медвежьих клыка. Таково число медведей, убитых бесстрашным и опытным звероловом. Охотятся не только мужчины и юноши. Агафья Тасманова, несмотря на преклонный возраст, прославленная охотница. Наступила пора белкования, и Тасманова уходит в тайгу. Кто скажет, что ей 72 года?
стрелять белку. Нужно убить ее так, чтобы не испортить шкурку. И старая охотница неизменно попадает белке в глаз. Это 226-я белка Агафьи Тасмановой в нынешнем сезоне. Вышел на зверя и Алексей Бахтияров. Хитрый зверь росомах. Не любит ее Манси. Капканы обходит, добычу из них тащит, а сама попадает редко. Которые дают фронту пушки и танки, самолеты и боеприпасы. И здесь, на дальнем севере Свердловской области, народ Манси тоже отдает фонд победы все, что он может дать, все драгоценные плоды своего труда. Собираются Манси на праздник в честь побед родной Красной Армии. Торжество началось национальным охотничьим танцем. Завершился гонками. В нарты впряжены самые лучшие и самые быстроходные олени. На огромной снежной равнине разыгрывается отчаянная борьба. Каждому хочется прийти первым.
победитель в оленьих гонках, самый почетный человек. Тихо в тайге, но тишина эта обманчива. Ни на минуту здесь не умолкает жизнь. Вместе со всей страной на далеком севере Урала трудится советский народ Манси.